так продолжает расти. Ну что я хочу сказать, что я же говорила, как-то очень медленно растут плоды и развиваются. Ну, как мне кажется, это действительно так. Вот в квартире все равно ей как-то, ну, наверное, не очень живется. Но вместе с тем, что хочу показать вам. Вот ягоды клубники, они стали, знаете, вот они были такие вот просто зелененькие какие-то. А теперь они стали, знаете, вот какими-то мясистыми. Вот посмотрите, какая ягодка. Она стала побелела, и она стала более мясистой какой-то. Вот какой-то на вид даже сочный. И вот другие ягодки, они тоже у меня такой, видите, вот они побелели. Не такие, как на прежних видео. Раньше они были просто зелененькими, а теперь они побелели. Ну, конечно, вот растут ягоды, но, правда, очень медленно. Вот здесь вот, вот сколько ягодок, видите? Они, конечно, не такие крупные, но вместе с тем они потихонечку растут. Есть еще цветочки. Вместе с тем есть такие цветы, которые, знаете, маленькие, они такие высохли. Я их, ну, то, что отсыхает, я отрываю, выкидываю. То, что вот приживается, живет, я, конечно, надеюсь, что они вырастут большими, такими крупными плодами у меня. Вот, это моя такая клубничка. Просто давно мы за ней не наблюдали, не смотрели. Ну, вот так она у меня продолжает расти. И жду вот урожая клубники. Поэтому оставайтесь со мной. Будем еще наблюдать, как растет клубничка. Всем спасибо на сегодня. Всем желаю, чтобы у вас росли ваши цветы и ваши растения. На самом деле, оказывается, это очень интересно наблюдать за растениями, как они растут, как они развиваются. А если они еще и дают и плоды, то это очень интересно. Поэтому всем желаю удачи. Если у кого есть, как говорится, сад, садоводом, любителем. Ну и вот таким, как я, начинающим, которые мало что знают, но что-то пробуют, пытаются. Всем желаю удачи. До новых встреч.